Так, небольшая приколюха с разборкой, вот, снятием фары получилось у нас. Вот она не хотела выходить. Первым делом мы снимаем вот эту губу. Вот, тут у нас сверху на губе, вот, в этих местах, обыкновенные вот такие вот, вот саморезики. Вот, такой отверточкой снимаем. Дальше. Вот они с обратной стороны. У нас вот они такие защелочки, вот много. Выщелкиваем, и губа это вот, мы видим, ответки им. Выщелкиваем, снимается эта губа у нас. Так, хорошо, сняли. Да. У фары вот они, раз, два. И вот здесь вот три. Еще раз показываю. Вот раз, два, три. Снимаем. Вот такую красоту. Сняли. Естественно, сняли мы вот разъемчики. Этот давится вот таким образом. Вот он, замок открывает. Здесь сдвигаем и вынимаем. Точно так же вставляем. До щелчка забегаем. Начали снимать фару и столкнулись с такой ерундой. Она не хочет выходить. Вот сейчас покажем, как она выходит. Потом никак. Вроде бы она вот выходит. А потом вот в том краю, где она фиксировалась и держится. Сейчас, секундочку. Отсюда стану. Тут нужно одно хитрое движение. Вот что-то сделал. Да, только что снимали. Она снимается, а сейчас опять не хочет. Вот тут приходится немножко поизобретать. Вот, снимать этот край, потом его сдвигать сюда к нам. Вот, и вот так снимать. Казалось бы, ничего тут такого нет. Смотрели мы в Ютубе. Вот. Как бы все легко и просто, но не хочет выходить. Вот это место, вот это вот, как бы не хочет выходить. Здесь у нас на фаре есть всего лишь одна направляющая, но у нас шарик здесь такой, вот мы видим, который не закручивается, а просто вот в эту ответку вставляется. Казалось бы, ничего тут такого нету, но тем не менее... Проблемки у нас были. Вот почему она не хочет выходить. Снимается и ставится как-то. Вот, ну, поняли. Значит, надо как бы сдвинуть фару туда, потом сюда, сюда вынимать. Вот как-то так. Вот. Я этот ролик почему снял? Потому что в интернете кинулись и нигде нету. На Лачете есть, еще на кого-то есть. Но там один болтушочек отсюда прикручивается. И два болтушочка вот эти снимаются. И фара выходит, вот эту губу снимать не надо. Поэтому вот кому-то, может быть, поможет. Все, вот такая вот фара Deo Gentra. Так она немножко каприз снимается. Ну все, теперь у нас доступ есть к краю. Для чего мы это снимали? Потому что у нас она немножко битая градом. И вот, чтобы сюда долезть, снимаем вторую фару тоже. Вот такие вот приколы. Снимаем мы правую фару. Вот снимаем, вот снимаем и вот снимаем. Поехали. Ну, это мы долго снимать не будем. Снимаем один, снимаем второй, снимаем третий. Ну вот, один мы уже сняли. Снимаем второй. Это так уже вторая серия, уже более такая спокойная обстановка. Так, сняли. Понятно, вот один, снимаем два. Теперь снимаем третий. Ну вот, пытаемся снимать, как по науке. Нам объясняли.
в умной книжке. Вот, выдвигаем. Опять она упирается у нас. По идее, надо фару куда-то сюда вот как-то. Не хочет она уводить, вот и все. Тут надо немножко проявить фантазию. Ну, тот угол надо по-любому выводить, потому что, чтобы вот этот фиксатор вышел. Иначе он не позволит повернуть. Вот, то есть, смотрите. Вон он фиксатор желтенький. Надо вот эту часть отводить, и все. И вот так она выходит. Опять же, смотрим. Вот так мы выводим. Здесь нажимаем наверх. И вот снимаем. Все, фара вышла. Значит, вот так немножко капризно. Но фару можно снять. Теперь у нас хоть какой-то доступ появился. Вот. Чтобы попытаться поремонтировать эти вмятины. Вот. Так легко и просто, якобы, все тут снимается. Не совсем легко, не совсем просто, но тем не менее сняли. Вот, кому-то, может быть, это поможет. Вот есть тут такое же видео, но тут вот показывают, что болтушочек внутри. На нашей модельке этого нет. Посмотрев несколько таких видео, вот понял, что тут тоже вот написано, нарисовано, что выходит, но здесь вот, вот этого уха, которое присутствует на фоне, и вот этого болта у нас нету. Немножко другая модификация.